зоне видимости, сэр. Захожу на посадку. Прием, это Рейнджер 1. Прошу разрешения на посадку. Вас понял, Рейнджер, посадку разрешаю. Площадка номер 3. На рыб земле мало, чтобы разбить этих тварей. Но признайтесь, впечатляет. А все-таки, что такое бюро? Бюро оперкомандования. Впервые слышу. Не сомневаюсь. Базу собирались ввести в строй только через год. Мы вызвали всех оперативников, которых успели собрать, но людей все равно не хватает. Директор Фолк, с возвращением. Эти двое со мной. Здесь хотя бы безопасно. Надеюсь, так и будет впредь. В 3.00 планерка. Жду вас в оперативном отделе. У меня много работы. Агент Уивер покажет вам базу. Спускайтесь сюда, Картер. Когда СССР запустил первый спутник, наши боссы перепугались. Бросили все ресурсы на этот проект. Тайна, понятное дело. Есть. Так и держи. Не двигай. Ладно, парни, закончили. Пора работать. Картер, это Ника да Силва, старший оперативник. Ника, агент Картер будет сидеть в вашем кабинете. И это самая современная база Земли. Фолк хочет сразу подключить его к работе. Сказал, мол, время не ждет. Ясно. Ладно, к делу. Наш кабинет вот здесь. Суровая женщина. Ну, вот мы и пришли. Это мой стол, вон там ваш. Располагайтесь, Уилл. Будете здесь и жить, и работать. Я могу вас называть Уилл? Нет, не можете. Ну, не звать же вас агент Картер. Я, конечно, военный, но нельзя же так строго. Лучше Уильям. Ну, а я просто Нико. Хотя мать зовет меня только Николс. Есть вещи, с которыми надо смириться. Я вижу, мы с вами станем друзьями. Рад это слышать. С недавних пор друзей у меня поубавилось. Это все, да, Силва? Пока что да. Если есть вопросы, задавайте. И еще. Да? Старик, директор Фолк, его трудно удивить, но вам это удалось. По вашему делу этого не скажешь. Хоть один приятный сюрприз за последнее время. И много людей тут его читало? Мы все знаем друг друга. Не волнуйтесь, вы о нас тоже прочтете. Старик считает, что чем крепче мы связаны, тем лучше воюем. Мы работаем в команде, так что вам поначалу будет нелегко. Я так понял, вы привыкли действовать в одиночку. А еще я привык, что мои враги — люди. После сегодняшнего боя ясно одно. Поначалу всем нам придется нелегко. Со вчерашнего дня многое изменилось. Понимаю вас. Похоже, вы в курсе, что тут происходит. Я вообще тоже не местный. Да тут еще вчера никого не было. Формально я служу в АНБ, но уже пару месяцев работаю в группе под началом Фолка. А над чем конкретно? Разными сверхъестественными явлениями, которые еще пару часов назад звучали просто глупо. Мы изучали погодные явления, искали залежи эллерия. Кто еще входит в группу? Пока все было спокойно, не было нужды в большом отряде. Ну а теперь мы собираем людей из резервных списков. Ну, тех, кто уцелел. Резервные списки? И кто в них? Армейские, спецагенты, разведка, даже штатские. Они не знали, что отобраны, пока не получили вызов. Собственно, программу Фолк разморозил только сегодня утром. А до этого? Последние несколько лет здесь были только какие-то специалисты. А теперь на базе появились и простые рабочие. Где вы были утром? Вы видели, что... что творилось? Нет, я собирал информацию о погодной аномалии в одном городке. Там оборвалась вся теле- и радиосвязь. Ничего, кроме серьезных военных устройств, не работало. Теперь связи нет во всем мире. Значит, перед нападением они обрубили нам всю связь. Ха, умно, ничего не скажешь. Ну, тем лучше для нас. Представьте, какая начнется паника, если население узнает про атаку пришельцев.
Так, мне надо осмотреться. Позже поговорим. Удачи, Уилл. Здорово, что вы с нами. Похоже, сейчас будет шоу. Идем, займем места получше. Свет. Идет война. Не та, которую мы ждали. Гром Рейндж, 21.00. Выживших, 6. За несколько минут враг уничтожил главный центр стратегического командования. 21.30. Центральный командный пункт уничтожен. Связь с Объединенным комитетом начальников штабов потеряна. Красный телефон молчит. Поэтому я, Майрон Фок, беру на себя командование тем, что осталось от армии США. Бюро создавали, чтобы координировать силы сопротивления на случай успешного вторжения СССР. Сейчас наши задачи те же, хотя противник иной. Мы столкнулись с врагом из другого мира. Мы пока не знаем, кто он, но он нанес нам страшный удар. Его технологии опережают наши на десятилетия. Мы обязаны овладеть ими. Их оружие станет нашим, и тогда мы сможем уничтожить врагов. Ваша новая задача — выжить и победить. Это XCOM. Добро пожаловать.